Привет. Привет. Что мы сегодня делаем? Мы будем снимать видео. Видео мы уже снимаем. А еще? Записывать одновременно коллектив из 4 человек. Барабаны, клавиши, басист и вокалист, который играет на гитаре. Обалдеть. И где у нас все это будет происходить? Это такая как бы отправная точка, от которой будет все дальше плясать, когда придут ребята. Ребята будут играть все одновременно, да? Да, одновременно. Вокалист с гитарой будет в кабинке находиться. От него дальше гитарный шнур включен в гитарный усилитель. Так, давай по порядку. Сколько всего вообще каналов будет задействовано в записи? Планируется порядка 21. Порядка 21. Это очень круто. Значит, вокалист у нас будет петь отдельно в кабине. Да, и играть на гитаре. И играть на электрогитаре. Гитара будет подзвучиваться еще усилителем. Да, сигнал, записанный в линию, линейный сигнал будет идти, писаться. И гитарный усилитель двумя микрофонами. Так, там у нас дебокс, получается, разделил сигнал на два. Один пошел в пульт. Да, а другой у нас пошел. Не забыл. Вот это чудо. Ага. Так. Почему двумя микрофонами? Классика SM57. И если нужен более мягкий звук, ленточник MM5201 октаву. Для того, чтобы можно было выбрать потом присоединение. Либо использовать сразу как-то два сигнала. Так, у меня смотри, что здесь на барабанах целая куча микрофонов. Ну тоже пока не пришел барабанчик, еще непонятно, что будет там, какой будет малый, какое будет количество томов, какие будут тарелки, то есть это такая вот отправная точка как бы. Ну, в общем, можно сказать, почти все стандартное, за исключением вот этой конструкции. Какой-то именно ритм, чтобы была малой бочка и чуть-чуть какого-то железа. Я понял, только сделай метроном в два раза тише, пожалуйста. Легко. Так, 13-я бочка. Так, из баса мы подключаем сюда, а это идет в эту штуку. Гениально. Может, там комбик погромче надо сделать? Сначала...
как получается по детину? Из гитары в джайбокс, дальше из джайбокса ручку. А где ты свой занюхал? Дальше усилитель. Давай. Моя малышка. Я сегодня, знаешь, это вот когда на хорошем звуке гитару включаешь, я заново включился. Я просто, знаешь, включился и думаю, блядь, какая у меня классная гитара. Все. Я ебал в рот гитару на гитариста. Я хочу петь.